Это, короче, раньше был какой-то лагерь. Типа, блядь. Ну, для детей. Сами почему? Ну, забросили. У нас тут охранник сегодня девочек гонял, они. Сюда вторую. Какие легенды ходят про этот дом? Что там был тракторист и убил свою семью, двое детей, жену, папа и лицом только ударяет. В общем, поехали курить кальян на водозабор. Бля, давайте сходим на рыбалку. Да куда угодно, блядь, у меня спиннинг нахуй. Так что вот. Ты что, ебанутая? Я пролечу проволоку, башку не выебись. Не паутина! А, не, это паутина. Сука, мокрую сажать в машину не хочется. У меня багажник свободный. На крышу привяжем. Доставай кальян-то. Как мы разжигать, блядь, будем? Ты бензин взял? Это... Сейчас, блядь, все загорится, он испугается в воду, ёбну. Угу. Вон паутина у тебя на другой. Да. Макс, вон паутина. Не горит она, плавится. Всем привет! Вчера мы хотели покурить кальян на водозаборе, но у нас вечно дух костер и было холодно, много комаров. Поэтому мы решили совместить все. Мы сейчас поедем в Будогач купаться, жарить шашлычки и курить кальянчик. Будет, наверное, интересно. Hello. Маркел, топай себе... быстрее. Легкий бег. Как заставить его трусца, так сказать. Мяч плохо. Здесь все. Машуля, Люба, Леха, Макс и я. Иди уже медиоки. Маша, фу, ты попалый, покажу. Свои. Да, она знает, что это. Моя тоже. А это вы что пьете, хоть я говорю, если он как говно ароматизированное. Забоялись, вы только сядьте, сядьте. Нет, так близко не будет. Я не люблю птиц. Они страшные. Надо было по башке. Да, я, короче, бросил, она прям в рот поймала. Да ладно. В общем, мы приехали купаться. Ой, мы тут будем купаться. У Макса протек салат. Жропа. Ты по стопам того мужика пошел? Он наверх забирался? Mm-hmm. Он прямо вот... Бля, подкос, прямо вот туда залез. Прямо вот наверх. Как он прыгал-то? Просто встал, прыгнул. Там мне так хуёво. А ты подальше прыгай. А ты умный такой. Будь у меня... Я тебя сейчас, сука, столкну. Да. Давай. Куда пошел? Да, ой, иду прогуляюсь. Собаками надо погулять. Блядь, ну реально, тут так глубоко. Так ты оттолкнись туда и животом. Чувствуй животом. Плюхнись. Блядь. Сука, мне так чувствуется, что сейчас сломается под его весом. Давай, Максон! Сука. Поздравляем, Максон! Ты включи. Я сейчас упаду.
А мы просто так снимаем, блядь. И чё, так страшно было? До дна дошёл. Ногами прям. О, подписывайся. Макс! Да там какая вода тёплая. Жопы, 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 жопы. Все, давай, поплыли, ныряй. Нет, давай. Не пойду. Макс, давай, не давай. Толкай никуда. Тогда пошли. Да холодно. Пошли. Холодно. Пошли. Блять. А где хуй? Маша. Маша, блять. Ну ты куда? Да Маша. Жопой такой. Эй, клизму, да? Ой, дай мне тоже. Че? Я с этой фигней. Жопу, клизму? Маша, мы уже договорились. Иди, давай руку. Мы не договаривались. Вы договаривались. Все, все, погнали. Да, все, все. Пошли. Это в серебряном вода холоднее. Пусти, дай камеру. Маша, ты сейчас, блядь, плавай. Тут сам стал, брось. Давай, давай. Нет, плавай. Плавай, поблядь. Я давай. Прям тебе в голову. Поплыли. Они к уткам поплыли. Батик, вода холодная. Да, кстати, рил. Хотя, по идее, должно быть наоборот. То, что весь день сюда солнце светится. Блять, хер знает, что это вообще за штука. Что, блять, вон тут какая-то херня. Я, да. Это вот так вот. Блин, Кристине кувшинку бы сорвать. Ладно, не буду. Это, короче, раньше был какой-то лагерь. Типа, блядь. Ну, для детей. Знаем почему? Ну, забросили. У нас тут охранник сегодня девочек гонял, они сюда второй раз переплывают. Какие легенды ходят про этот дом? Что там был тракторист и убил свою семью, двое детей и жену, и там повесил. Заебись ему. Взяли просто, взяли просто мужик построил дом, попросили продать, он съехал нахуй. А нахуй попросили продать? Ну потому что тут лагерь. Территория хорошая. Почему в нем не живут?
Вот был лагерь, а потом сидит. Видишь, там горки всякие стоят. Ну, это я видел, а те постройки, они хоть какие-то новые. Этот дом очень старый выглядит. Так он начал его строить, тут решили лагерь построить, ему типа денег дохуя предложили за эту территорию, он продал. Что? Да вот только что мы там разговаривали. На влоге увидишь. Да ну не. А что? Пошли? Погнали. Никого там нет? Он закрыт. Вообще все закрыто. Короче, руферам не удалось зайти. В сетке везде. На двери там тоже. Надо через дверь хуярить. А! Жесть. Все, погнали, кусают жестко. Я запомнил их все, чтобы припомнить тебе.